Ну, я думаю, Stone Cold покажет нам, что Шон Сунг ничуть не менее поломанный. Are you still eager to die? Это, по-моему, только один диалог между этими двумя. Или по крайней мере, вот Are you still eager to die, он гораздо чаще появляется. Ну, ладно, что тут сразу начали драться, я даже не заметил, но что-то все быстро прям. И сразу панишь с парками. Отличный. Ой, панеш. ПБшнул первую спарочку. Угу. Да, 4 спарки. Ну, Норман не наказал, не ПБшнул спарочку. Эть, не было продолжения. И трупы полетели. Ой, отлично, отлично поймал. Просто захват на реверсе, ну, почему бы и нет. Зонинг, стрельба Джон Кейджа. Ай, чуть-чуть. Нет, нет, не конферм. И захват, просто захват. Арман заметил, что в предыдущих, ну, короче, на протяжении всего боя Stone Cold перестал шимиться, то есть просто сидел в блоке. Сейчас бросил, потому что знал, что Stone Cold боится шими и не будет блокировать. Ой, какой отличный антиэйр. Арман прочитал просто. И, да, и захват. Он специально подождал, чтобы Stone Cold не микродакнул. И D4 с парочки, но что-то не работает. С другой стороны, Арман пока не панишит. Ай, трейд. И отлично с парочками ловит. Ай, не было чисто блока, но я не знаю, остается там плюс или нет, но тем не менее Stone Cold просто берет и хватает. И Арман даже не пробовал ловить захват. Эть, отлично. Единичка и Б3 отлично работают вместе. Арман ловится. И отлично. Напряженная схватка. Оба летают по карте. Ну и тут у нас черепки из парки полетели. Сейчас еще труп, наверное, будет, нет? Плюса. Два, нет. И клатч. И Б3-4 просто залетает. Б3 вниз 4. Ну, на самом деле очень напряженно идет бой. Просто все летают по карте, я ничего даже комментировать не успеваю. Единичка, это просто какая-то волшебная кнопка. А Stone Cold жмет единичку, и Арман сразу начинает что-то двигаться, и Stone Cold ловит его на этом. Отличная Б3-4. Б3-4 это хорошая серия, потому что она ловит тех, кто пытается что-то смикродакать. Ну, отличный рит от Stone Cold, да? И полная комбо. Последняя спарочка не попала. Но даже так, 37%. Отличный конферм. И Д1 звезда. И Д4 спарки. Но он, опять же, Арман не наказывает Д4 спарки, даже несмотря на то, что блокирует. Возможно, Арман не так много действительно играл в мирроры шансунгов. Ай, не было конферма. И захват назад. Отлично. Stone Cold берет первую игру. Так, ну я бы... Да, не обрываюсь на комментарии, получается. Я немного опоздал. Ну... Всем привет. Да, у нас, к сожалению, ПТУшница немножко. Опаздываю, опаздываю, всю жизнь опаздываю. Кстати, хочу отметить, ребят, что нас захостила Food Sidamin Girl. О, за что огромный респект. У нас хост от Маши. Респектую, респектую. Да, да, у нас хост тот самый. Ну, я даже не знаю, что теперь спортсмену. Арман, ну... Играет, как положено. Конечно, да, размен только таймом пошел. Хорошо, интерактов просто от Армана. Спарки на фуллскрине. Перебивает он фаерболом. Снова спарки. ББшит и просто приверстал рынки. Хорошо, да. Хорошо. Спарки больше не получится поднимать. Жирает F2 у нас Арман. Есть комбинация, это оптималка. Загоняет его в угол. Снова спарки. ББшит, приверстал, снова драгон кик. Мне кажется, нужно Stone Cold адаптироваться немножко ко всему этому. Потому что так будет, да, продаж просто жрать эти драгон кики. И D4 спарочки, да, перестали работать. Наконец-то Арман их запанишил. 1-2 пошло, хорошо. Есть преимущество у Армана. Ой, опять интеракт. Да, интеракт просто жмет. Ой, жирает эту серию, да. И зона фаталблоу для обоих игроков.
Хорошо, есть в углу, что будет делать он колд. Хорошо, виф на единичке, захват, но рвет Аркратос. 1-2-3, да, перебивает этот велосипед. Хорошо среагировал Арман. Сразу видел, что не доделал сам колд, Б1, кажется, и сразу такой, 1-2-3. Ну, это, сейчас я не помню, как ее называли. Как называл ее Жакант. Короче, 1-2-3 в любой непонятной ситуации. Да, да, классика. Хоть на хите, хоть нет. Тем временем снова забирает у нас преимущество Арман. Заряжает велосипед на 1 метр. Хорошо, захват назад есть. А потом бросочек. Назад. Да. Есть КБ на захвате у Армана. Один неудачный захват, и это смерть для Сункоуда. 1-2 пошел, перебивает. Хорошо, есть 1-1-2 плюс. В угол загоняет у нас Армана. Планшет все еще есть. Вифейт с парка, да, нет, планиша. Ой, что поймал на вифе. Хоп-захват. Это я обучил у этой техники. 1-4 жрет, Арман шимится. Хоп-хоп-хоп-хоп, да, Б3, черепки. Хорошо, захват, это смерть. Это смерть, да. Хорошо. 1-1 у нас. Грязный контрпик сработал. Да, контрпик сработал. Сункоуду нужно пересаживаться, мне кажется, на вариацию другую, иначе... Ну, или переставать срать с парками, потому что... Не-не-не, спарки-то можно. Не нужно дычить три спарки. Да там, по-моему, без разницы. Там что-то угодно нажимаешь, спарки, и это будет просто в реверсал драгонкик, и... Я больше видел живого на членах ниже. Да, он берет варлока обычно. Вот такой, о, перебивает 1-2-3. Да, ну это классика. Дропает сразу комбу у нас. Паниш, и поехали для точки. Велосипед, сразу два заряда есть. 1-2, 1-2. Б2 зашло, снова Б2, Б2, Б2. Это Б1. Просто перед. Это Б1, хорошо. Ну я напоминаю, у нас роли какие у нас как бы с тобой. Захват есть в угол, хорошо, F3-4, F4-3, что там, я не знаю тоже. Хорошо, поехали, один. Отлично, драфт и один захват. Да, хорошо, чекает. Ой, снова стагерит Сунко. Боится лезть. Сейчас не боится. Да, Б3. 1-2-3. Чекает единичка, шимит. Арман. Нет, не комбит. Да, это смерть. Не то. Где лифт? Да. Ну, возможно, я говорю, Сунко, по-моему, не так часто играет этого пожирателя душ. Он все-таки мейн варлок. Да, уходи, флагер. Просто драгонкик. Ой, отличный флагер. Хорошо, да, перебивает. В 3-4 снова перебил. Шимится. Арман пытался, видимо, микродакнуть, но не получилось. Очень тяжело микродакать Чана, его 1-1-4. Ой, такой конферм! Да, есть конферм, да, читал прыжок. Чуть-чуть не конферм, но это все равно очень красиво. Ой, заходит серия, да, это КБ. КБ. Не нажимает, да. Почему не нажимает драгонкик? Б3. 1-2-3 на хите, классика. Ой, микродак. Против Люкана. Господи, Сунгол вообще ничего не боится. Ой, дроп, но нету. Дроп комбы, да, Эндин проверил, бросил, хорошо, все по классике. Это, по-моему, раунд, да, это все-таки раунд. Да, жми захват и выигрывай. Сунгол все прекрасно понимает. Хорошо. 1-1 есть. Так, ну, Сунгол, ты же не... Ой, хорошо, перепрыгнул, конферм, есть в лифт. Отлично, есть комба. В углу у нас Арман. Так, пошел обратный стакер. 1-1. Ой, Б3 заходит. Что, Д4. В углу месяца. Обманывает. О, опять заходит. Ой, там нет КБ. Не законфермил, Арман, не законфермил. Да. Нужно было задержать велосипед. По-моему, нужно один еще раз, по-моему. Ой, лифт! Ой, лифт нейтрали, да. Хорошо. В углу у нас Арман. Лезет в отмену. Да. Есть заряд теперь на велосипеде. В следующий раз это будет КБ. Захват. Он слишком уважает Люкана. Да. Ой, Д2 просто. А вот Арман все-таки вообще не уважает. Создается ощущение, что там как бы на аккаунте Армана один другой игрок играет. Один... Хорошо. Есть фаерболы. Фаерболы отзонивают. Нет, что блока. Нет, что происходит? Вклачивая ситуацию для БП. Мид зашел. Пошел мид, да. Понятно, ну все ясно, расходимся, Арман контрпикер просто. Господи, там сейчас 3 или 4 ансема один в другого кидает, и никто не наказывает. Да, какой-то интересная клатчевая ситуация была. У меня в личке такое вообще происходит. Как бы примерно так. Да, два хорошие, да, было. Я говорю, там, по-моему, там другой игрок играет, но я не уверен.
Ну, вроде каунтер, но это уже не так весело. Согласен, согласен. А там D2, wake up, fly kick и так далее. Нейтрали. Хорошо, есть два заряда для велосипеда. К слову, о градусе безумия. Захват. Пытался порывать там код захват. Да, сразу заряд на ЭКБ. Да, D3, отличный интерап. Он перебивает D1, да? Захват сразу из угла кидает, но стункол даже не рвал. О, F4. F4-3. Ну, хорошо. Лифт метра нету? А, был метр. Метра есть, просто не стал сжигать. Да, кстати, да. Хорошо. Ой. Просто 1-2-3, да? Ну, это Люкан, это... Да. Классика. Продвигающий джеб, это, ну... Собственно. Так, пытается шишимить стонкоут, видимо. Не получается. F4, ой, захват, хорошо. Захват из угла. Да, F4, захват из угла. Черепки есть. Ой, это Ninja Kill плей какой-то сейчас был, но не получилось у Армана. Нет, не перебивает, да, контратака. Он что-то там нажимал. Это КБ на велосипеде, да. Быстро зарядил, я даже не заметил. Да, там, по-моему... Но сразу дропает, да, Арман. Хорошо. Мне кажется, на самом деле, с Сумкоду надо перестать уважать Люканга и просто срать говном. Я извиняюсь. Ну, ой, хорошо, хорошо, перебивай, да, отлично. Вспомнил про то, что он, оказывается, на третьего ора играет. Ой-ой-ой. Да. И нет, зачем? Это минус 5. Тогда все-таки против Жугана нельзя туда лезть. Да, это захват, хорошо. Что будет делать Сунков? Прыгнуть? Нет, он, просто. Он видел захват, он же думал, что сейчас из угла будет захват или что-то вроде того. Да. Ну, не получилось. Получается, у нас 3-1. Да. Грязные контрпики работают. Да. Мы тут, по секрету вам скажу, немножко посовещались перед сетом. И Арман утверждал, что он будет играть на Терминаторе. А для тех, кто не в курсе, у нас мой сокастер сегодняшний, да, он мейнит этого персонажа. Отличный лаунчер. На самом деле, хороший персонаж в этой вариации, мне нравится. Но мне первая вариация кажется все-таки намного сильнее. Ой, отличный интерапчер. Да, просто... Минус один, F1. D1 захват пошел. Хорошо, 1-2-3. Фу-фу, ой. Да. Да, что-то не поверил он, видимо. Ну и перебивает он сразу D4. А-а-а, зло пропал первый шарик. Да. Так. Не доделывает. Ой-ой-ой, кик залетает. Д3 дракон кик. 14 фреймовый. Да. Что ББшит, мне это не наказывается, да, это так не наказывается. Минус 10, это не это сейф. Да. Проверено было. Но Арман не лабил, видимо, Люканка против. Нет, я думаю, что он лабил, но рассчитывал, что Сонклод сделает бэкдэш. Кто-то нажмет, да, там? Ну, да. Ну, все-таки это пушбэк, поэтому... Ой, но... есть фонарь. Хорошо, комба. Пошла комба на 300, да, это будет? Сколько там? Ну, это так. Это не особо много, потому что миг поднимает воздух. А вот если начинается 4-4, который сам по себе лаунчит, там вместе с лампой выходит под 35-36. Это очень больно. С другой стороны, это хорошая матча. Ой! Да, то самое, да. Он вчера кормил этим игроков из МИГ. Было прикольно. 1-2-3 просто залетает, и успеет сразу же армор брейк пошел, господи, извиняюсь. В общем, вы поняли. Захват назад, в угол, снова захват. Хорошо. Стагерит Арман. ВБ есть, это паниш. Да, это паниш. Что нет метра у Армана, да. Вот, посмотри на этот урон. Просто 36 процентов. Это не оптималка. То есть, ну как, это оптималка, но с джеба. А если начинать с какого-нибудь меда, с 4-4 там или еще чего-нибудь, то это очень больно. Да. Это правда. Фаербол от Армана пошел. А если еще и сожрать армор брейк? Это КБ! Это КБ, да, это КБ. Это был паниш. Да. 4 лампа. 4 к такой грязи Арман был не готов. Да, легендарная теха. А вот не смотрел вчерашний сет, теперь расплачивается. Да, не смотрел. А мы там, между прочим, можно было подцепить Stone Cold машина сейчас, я считаю. Полноценная. Он идет вперед, понимаешь? Едет. Душит. Он возвращает свои позиции. Да. 3-2? 3-2. 3-2 у нас. Стринги. Например, 1-2-1 хит, если у Терминатора нет метра, ведут вообще ни во что. Ой, сразу командник пошел. Гранатка вифает. Хороший, да. Лампа. Да, D2. Ой, снова командник. Кидается просто с фонколдом. Да, ой, перекинулись. Они прожигали, но не было. Нельзя вливать, потому что... Да. Это я знаю. Четверка.
Четверка. Полез, да, но там F2 это слишком долго. Это 18 фреймовый. Да ладно. Снова волшебная. Стагерит, есть ПБ, перебивает. Не, на самом деле. Да, это смерть, скорее всего, да. Я считаю, что, ну, просто эта вариация, она крутая, но у нее очень много проблем. Она была бы крутой, если бы это была реальная сетап-вара, но она не сетап-вара, она говно. Потому что бомбы исчезают, если ударить по терминатору. Ой, даже там... на стартапе, даже во время взрыва она просто исчезнет. Там дропнул Кингурман, да, но он контролирует полностью ситуацию, есть мид. Хорошо. Он пытался в реверсал кинг-гранату, да, и это просто... О, интересно. Ну, это все равно комбо. Вот это вот одно преимущество вариации. То есть, да, армор брейк. Вот, да. Вот я про то, что я говорил. На самом деле, Роман делает не полную оптималку. Он делает на прыжку с единички, а можно с двойки. Ну, то есть, там на 2% больше урона. Но это не суть. О, не было их паниша. Ой, Д2, там что-то Д2 какой-то полетело. Видимо, Роман не играл с Дангасом. Есть мид не конфермит, да, но убивает все равно он на сумколда. Видимо, Арман не играл с Дангасом и не знает, что лоу-профайлит коллектор всех АИ, когда лампу заряжает. Ой, есть конферм. Есть конферм, сразу брейкает. Пошел стагерить Стумголд. Отменяет снова стагер, да, это комба. Нет метра у Армана. Очень больно будет. Да, вот я про это говорю. 38. 38, да. 1-1, да? 1-2-1, по-моему, это серия. Да, это 1-2-1. Это минус 5 на блоке серия, и в этой вариации, например, во второй вариации, терминатор не может отменять 1-2-1 ни во что. То есть там дыра в 10 фреймов. Mm-hmm. То есть он бежит, его перебивают. Но в этой вариации Арман, ну, и терминатор, да, на третьей, может кинуть бомбочку. Д4 просто фонарь зашел и убивает Армана, да, 3-3 у нас по счету теперь. Ну, не так-то просто избавиться от привычек, да, то есть это работает со всеми, с низакилами, Арманами, там, не знаю, Magic Чаями. Ты начинаешь делать стринг и отменяешь весь прием, такой вот йоло-мув, а когда они пытаются помочь, ты их перебиваешь и... И это работает, то есть не смог наказать, потому что терминатор это не самый мобильный персонаж, медальный ему. Нет, паниша. Зря. Мид есть, первый просто коленка вифает. Она очень короткая. Нет метра, но там, по-моему, без метра можно нормально закомбить. Да, ну такое, 240. Ну, зато без метра. Да. Арман даже не побежит туда. Да, ой, напрыга сразу, брейкэвэй. Нет метра, это комба. Нет, дропает, да. Но он сейчас, по-моему, с двойки, да, прыгал? Нет, с единички. С единички, да, он прыгал? Гранатка. Да, вот я про это говорил, вот какой это супер сетап вара. Пошел дальше бить, да? Да, больно, очень больно. 440. Да, просто пол столба нет у молодого. Хорошо. И что это НЖ сделает? Он ничего не сделает. Кажется, командники после них работают только потому, что Stone Cold уважает их. На самом деле, там на... Плюс 14, это, ну и типа, из этого все делают бэкдэш и упрыгивают, поэтому то, что это работает, это только потому, что это Stone Cold, а так мне бы любой другой выпрыгнул и убил бы меня за этот командник после D4. Так, о, есть тагер от Stone Cold, хорошо. Забрал Арман первую игру. Хорошо. Ой-ой-ой, опять комба очень больная. Остается в углу терминатор. Видите, вот этот вот терминатор просто не может даже наказать это толком. Да, ой, перебивает на прыжкой, хорошо, есть, метр есть, да, это будет комба. Брейковый от Армана сразу, 3-3-5 просто влетает, хорошо. Это потому что апперкот. Ой-ой-ой, читает командник, да. Слишком хорошо. Много командников давал Арман, ему нужно сделать пару лоу, потому что там только оверхеды и командники я пока вижу. Угу. Ой, это что стоит, это, паник? Апперкот. Да, не было метра, конечно, у Стумкода, но... Ой, стоит, я маник. Все, начались да. Слишком злоупотребляет Арман этим командником. Это, кстати, в углу это тоже очень больно. У него все больно. 36. Коллектор, да, в этой вариации... Все больно у него. Один раз я вскрыл, и все, да. Есть комба. Есть. 37 на фуллскрине остается. Сразу продвигается к Сунголду. Есть гранатка, есть комба. Брейкэвэй. Пошел мид-дом. Хорошо, нейтрал пошел, перебивает. Ага, верхэд жрет. Да, верхэд жрет. Начались в ронге. Да, есть комба. Хорошо, что будет делать Стумколд? Он нажимал джебы на вейки, но перебивает просто мидом.
Хорошо. Да, просто фонарь ФБ, да. Сколько там? Нет, выживет. Это не так много. Там скелет все-таки. Я думаю, что да, выживает. Ну, это больно, да, но он выживает, да. Это просто лаунтер плюс ФБ, поэтому... На самом деле, да, надградку сейчас не ловить, иначе поймал. А сейчас... О, лампа, что? А увидели, да? Короче, он как бы он умер, но еще не умер. Сейчас Арман победил, потому что это бафнутый терминатор. Рассказываю. Да, патча, эта бомбочка сносила 30 урона, а сейчас 50. И, короче, он убил, потому что теперь это бафнутый терминатор. Получается, ну... На поломе играет. Полом, да? Да. Терминатор полом получается. Это unblockable high, понимаете? Ну, что я могу сказать. Да, причем он так хорошо задоджил первую гранату. Одну гранатку и кинул под противника вторую. Все, даже если он сделал успешный сетап, он не может больше комбить. Потому что гранат у него больше нет. Больше есть, да. С этими антиметровыми. То есть он кинул одну, сожрал, лишил противника возможности использовать метр, и все, вторую он больше не может кинуть. То есть, ну... Ой-ой-ой, как есть Вики джеб, да, это комба, будет армор брейк сразу, да, брековой вернее. Хорошо, встает джебами, жрет Арман. Ой-ой-ой! Да, опять вот эта пошла тех, грязная. Есть лол, делает бэкдэш, ой, хороший вифаниш, да, вифаниш. У терминатора одна из самых коротких D1 в игре, скорее самая короткая, то есть на 6 фреймов это бесспорно. Не-не, ой, я на мите пихнул, нет, сразу брековой есть, мид. Хорошо, D1, да, отлично, да, победа. Забирай первый раунд у нас он голд. Не стал он думать, что там будет нажимать, Армана сразу тык. Да, дади. Ну это правильно, потому что можно миксов нажраться просто в углу, неприятно будет. О, вот, да, F2 пошло. Насколько я знаю, тут миту коллекторы 10 фреймов, довольно шустрый. Да. О, есть ПБ, сразу туда нажимает свой стагер, нет, бифает. Хорошо. У нас на самом деле в углу Стонголд, это опасно. Ой-ой-ой, пытался... Что это, был флаг гранаты какой-то или что? Я не знаю. Возможно, хотел нажать какой-то... Да. Нет, хотя что-то мог нажать, ну не знаю. Ну, не важно, есть здесь захват, рвет его. Гранатка, сразу брейкэвэй. Мид, ой-ой-ой, залез. Снова эта коленка, она минус 9. Которая P3 у термика. Неплохо. То есть она unsafe. Просто стакер. 10 фреймов, по-моему, коленка, да? Или сколько? Коленка 10 фреймов, но она очень короткая. Хорошо. Стагер. Да, Арман в углу опасно на самом деле. Ну, ждешь, что-то станков. Ой, есть граната, да. У меня есть сторона, у меня... Ой, ПБшка. Да, лампу не смог себе закинуть. Если бы сейчас закинул станков лампу, это было бы очень... Ой, Арман не знает. Да, он не знает, видимо. Арман не знает! Арман не знает! Арман! Контратака, что-то нажимал туда Stone Cold. Видимо, думал, что он снова не будет что-то знать, но он знал и полез. Арман не знает. Он не... Как... Это что за киберкотлета? Кто будет учить матчапы? А вдруг Sonic Fox возьмет третью вару коллектора? Ой, отлично, чисто было. Да. Терминатор можно наказывать с помощью коленки. Да. Ой, хорошо, есть комба в углу. Да, хороший. 204, да, просто. Ой, перебивает, да, прыгает. О, прыг, да, это больно. Это, ой, идёт. Да, вифнул стагер, ну, 1, 2, 3, фу, вау, круто. Брейкэвэй от Санкоуда, прыгал, думал, будет захват или командник, не угадывает. Есть мид, хорошо, нейтрал, да, нейтрал игра. Снова мид. На гранатку попался. Не может усиливать. Да, не может усилить, да. Хорошо, как он мид пушбэчит просто, откидывает. Да, да, да. И он сейф. Коллектор, в принципе, это про нейтрал, поэтому я думаю, что... Вот. Ой-ой-ой, да, нашел, да. После B1 этой, который вот он... ФБ! Это чьё ФБ? Азер Блоу или чё, я не знаю. Просто ФБ в нейтрале, да, то самое. Гранатка? Гранатка. О, нижняя! Не та гранатка. Да, нижняя, угадал гранатку. Просто, ну, какой-то афган. Если бы у терминатора... Еще одна проблема этой вариации. Если термик кидает среднюю гранату, он может ее кинуть. Если он кидает ближнюю, он может ее кинуть. Если он кидает сверхдальнюю, он может. А просто дальние гранатки у него нет. То есть у него нет гранаты, которая действует на 3/4 экрана. Если противник не на 3 метрах от него, а дальше... Погоди, такое. А нижний труп это как? Это когда ты кидаешь труп и апаешь его. И что, в смысле, достаточно не уважать? Ну, ты можешь не представить, просто побежал и как бы кайфуешь. Ты знаешь, что побежал. Ну, не знаю. Ладно, неважно, пошла игра, посмотрим, как это будет. 1-1,
Что это такое было? Сейчас, не видимо, ну, мисс-инпут на стон-колд просто. Не угадал стон-колд. Ждал команды. А, да. Зачем ты из угла кидает? Там можно менять сторону? Нет, кстати? Менять сторону можно только за метр. Понял. То есть в этой вариации у командника сепаратора только за метр. 1-1-2 есть плюс. Черепки. Хорошо. Отличный спарки. Да, спарки на близкое движение. Снова черепки. Спарочки. Третья спарка на фулл скрине. Ой, просто. Ты дробнял битал. Просто в железную челюсть отхватил. Боже, что происходит? Гранатки? Ну да, это смерть. Тут без шансов. Не знаю, что делать Арман, на самом деле. Я вот смотрю, да, ему очень тяжело. Контрпикать? Контрпикать? Снова на ликанка садится? Да, это вечная цепь ненависти. Mm-hmm. Там что-то Stone Cold нажал в 4 зачем-то, просто на полскрине. Ой, один, два. Батари, на самом деле. Ой-ой-ой, что? Обменялись просто какими-то вифами. Ой, перебивает. Дает слайд. Холд, захват, красота. Захват на фулл скрин, да? Да, на фулл скрин он просто кидает, и пошли опять трупы. Полетели трупы. Да, есть F2-3, F2-4-3. О, реверс на команде. Реверс на команде, да, зачем на фулл скрин кидает? Нет конфермы. Не. Есть? Ой, ПБ-шек, ой, паниш, но Арман. Там минус 11, почему нет паниша? Брейкавей. Клинка. Загоняет в угол Stone Cold, сейчас страшно на самом деле играть. Нужно давать какой-то захват, видимо. О, командник влетает, просто это рестенд. Есть мид. Ой-ой-ой, вот это интересно. Из угла. Ой-ой-ой. Хорошо, да. Это смерть, да, будет? Нет, мид дропает. Командника не было. F2. Не шимится, Арман, вообще не шимится. Да, F2 в блок. Хорошо, 1-2-1. D4, обмениваются поками. А, отлично. Да, жирает захват, выпрыгивает, да, Арман читает захват. Но оказывается в углу, это не очень хорошо, ему сейчас придется немного попочерствовать за Stone Cold'ом. Не, Stone Cold, зачем ты идешь? Ой, ты что, ты же тратил КБ. 1-4 заходит, хорошо, он знал, что будет брейкэвэй. Три хопа, захват. Три хопа, привет от РФК, это называется. Поехали. Да, заходит Б3, просто снова захват. Но он рвет все захваты. Д4 есть. С парочки не дает, просто дает захват, да. Да, ну тут без шанса, на самом деле, Арман, я не знаю, что ему тут делать. Почему она вифнула? Он не может кинуть гранату ближе, у него нет такой. Он может либо сверхдальнюю, либо среднюю. Он не может просто дальнюю, он не может попасть по Stone Cold на этой дистанции, понимаете? Ну, хорошая вариация, что могу сказать. Да, хорошая вариация. Просто хорошая вариация, и всё. Есть ли хуже третья вариация у персонажей в целом, вот мне интересно. Ну да, я думаю, есть. Это не худшая вариация, она нормальная, она была бы неплохой, ну вот если пару проблем исправить, но есть вариации, которые в принципе, которым уже ничего не поможет. О, мрак зашел, мой любимый. Короче, если знать эту вариацию и уметь ее, ну, я просто какое-то время... Нет, стоп! Нет, да, я хотел сказать, не хотел просто вас перебивать, да, это слайд. Никакого шабаша. Да, пошла серия, хорошо, Петерман слайд, брейкэвэй есть в парке, Дэш наказывает. А почему на Псайбот? Разве на Псайбот не страдает против Шансунга? Ну, он, видимо, ну, такой... Это очень плохой матчап. Это ужасный матчап, да, по заверениям Ксяна. То есть лично я не могу сказать, потому что за обоих персонажей не особо играю. Но вообще Ксян чувствует себя довольно плохо против... не Ксяна, а против Армана. Но Арман... В общем, ладно, я не буду расшифровать это. Да. Пошли трупы, хорошо, есть конферм от Stone Cold'а. Равная ситуация была в Флиду почти. Не заходит КБшечка. И да, ой, есть парки. Не был метр, кстати. А нет, он только накопился, там чуть-чуть. Да, есть B3, да, есть метр, это смерть. Первый раунд со Stone Cold'ом. Ну, получается, да. Сколько можно обманывать бедного Stone Cold'а? Stone Cold'а. Да, есть просто трупы. Напрыжка. А, влезает туда, ой, просто отправляется в угол на Stone Cold. Пошли говномиксы. D4, не жрет. А, ой, нет, да, есть парки! Да, не, чуть-чуть не рассчитал дистанцию. Да, да, есть конферм, хорошо, D4 слайд, да. Ну, следил за метром, Stone Cold наказывает. Есть трупы. Но он все еще в углу, ему нужно что-то с этим делать. Просто захват, этот магнитный захват. Отлично заходит. Да, от Нупсайбота, есть напрыжка. Да, смерть. Смерть.
Господи, конечно, много урона на самом деле с этого спешла. Просто 200 урона за одну полсекунды. Да, да, очень много урона. Выглядит это очень внушительно. Ну, да. И как Ой, D4 слайд просто живет. Вот снова, да, снова за метром следил, наказывает. И это фулл баниш будет? Да, ну, да, ну, это фулл баниш. Он отлично следит за метром. Да, да, да. Он вчера это показал у нас против Измана. На самом деле очень крутой был матч. Всем советую пересмотреть. Ножечка. D4 слайд. Да, D4 слайд, да, просто. На самом деле, из этого D4 слайда можно выпрыгивать, но не все персонажи. То есть, кто-то может, кто-то нет. Я уверен, что шанс спокойно выпрыгнет. Ой, нет, нет конферма, вив захвата. Но не шимится Арман и... Интерап. Ааа, чисто! Ааа, чистый блок, где-то папа просто заходит, это фулл паниш будет, да. Полная компа. 285, нет, ФБ. Нет, ФП, хорошо, есть парки, да, это... Но... Смерть. Смерть, все, без шансов. Ооо, Ксяна одна из самых поломанных ФБ в игре. Ее еще бафнули, и теперь это минус 23 на блоке ФБ. Которая пусть бечит на полэкрана, и которая действует на полэкрана. То есть ты можешь просто бить ей в чип. Ну нет, полэкрана действует, он на фулэкран действует. Я говорю, то есть это ФБ, которое можно просто спамить. То есть ты кинул слайд, который сейф на фуллскрине, потом кинул ФБ, а потом еще один слайд. То есть тебе похер вообще, что ты кинул. Так, поехали. Поехали, да, первый бой у нас начинается. Хорошо. Хорошо начинается танкхолд, но суть пошла перестрелка. Да, да, перестрелка, да. Просто пистолет, просто на фуллскрин его откидывает, есть ракетка. Боже, снова какие, ракетка, какие, да, великолепные выстрелы. Да. Он там пытался без блока присесть Арман, но что-то потом не поверил, нажал блок. Ой, вот это интересное, кстати, решение танкхолда. Будет перестрелка. Это что, та самая перестрелка в Вегасе? Пошли. Ой, просто выходит он из формы. Хорошо, есть F2, не читает прыжок, дает просто F2, 4 и не конфермит, есть труп, есть ракетка. Да, это паниш, сразу идет на браковые от Армана, рвет захват, он, по-моему, ни одного захвата еще не сожрал, да? Ну, просто нет, другое дело, он съедал захваты. Да, но он их прям, ну, он их, большую часть он их просто порвал. Он, видимо, их ест, да, когда не читает, потому что я именно уходов неудавшихся не видел. Есть захват от Армана, снова на фуллскрин. Пытается сблизиться, на самом деле Слушайте, перезонивает, получается, Робокоп у нас полноценно. Или Барлока? Арман перезонивает. Или Арман. Не знаю. О, просто дэш, да, захват из угла, да, это классика. Будет, скорее всего, труп, да? Да, будет труп, да, и это смерть. Четко. Хороший стонколд, в принципе, читалось. Стонколд, имба. Да. Ну, в принципе, надо сказать, что новичок-то нормально смотрится, достойно. Все-таки достойно, 5-5 достойно идет, да. На Робокопе, который новичок? Ну, конечно, новичок. Этот? Да, да. Ну он, да, новенький, я слышал, да, ворвался недавно. Капсарина, уровень 50-й там. Только начал играть. ПБшит все Stone Cold. Есть мид, просто в прыжок. Ой, пошло. Какие-то подсеканы пошли. Да, это панишится, хорошо. Stone Cold знает. Снова еще в парке. И еще раз, да, на фуллскрин его откидывает. Сближается Стонкоу, дает спарки, ББшит, биверсал, ракетка залетает. Снова выстрелы какие-то, просто перестрелка полноценная. Есть гранатка. ББшит все Стонкоу. Дает серию. О, просто залезает туда джебами. Мидскрин. Сближается Стонкоу. Чекает Б3. Хорошо, снова Б3 чекает. Дает ФБ просто. Он думал, что будет ПБшить или... Я не понимаю, что он зачем это нажал, но получает огнеметом в лицо за это и проигрывает. Я думаю, просто на веру дал. Но, блин, не знаю. Очень странное решение было. Заходит гранатка, снова заходит гранатка. Какие-то выстрелы, перестрелка. Спарки в реверсал, пошла ракетка. О, напрыгу жрёт Stone Cold. Просто какой-то красап вообще произошел. Снова что-то... Как-то не понимаю, да, опасается. Есть троечка, это фулл комба, да. Хорошо, труп на вейке, там пистолеты нажимает, как будто он какой-то ковбой. Снова пистолет, сближает Stone Cold, спарки жжет, не успевает нажать пистолет, Арман. Есть комба в углу, хорошо, 22. Напрыга, ловит мид, пытался, видимо, нажать какой-то D4. Не угадывай, думаю, будет какой-то захват, видимо, да, полез мидом, Арман и убивает через огнемет. Хорошо. Вообще забавно выглядит, что Робокоп постоянно стреляет, и ему надо каждый раз перед выстрелом присесть. Он постоянно такой встал, сел, выстрелил, встал, да, сел, говорю, выстрелил. Это ковбойская у нас тема. Ну, слушайте, можно музон из Лестон Кота навернуть, ребят? Ну, я там и говорю, там, видимо, что-то вырубилось. Я надеюсь, что с ним более чем.
А, вот здесь козырь на месте, да? Со мной вроде все в порядке, просто сестра решила, что я комментирую слишком громко. А, и вырубила интернет? Да, она вырубила интернет из всех кабелей, вытащила оптоволоконы, не оптоволоконы, короче, порезала систему, в которой ни она ничего не понимает, ни я. Ага. Я сейчас едва все запустил обратно. Я думаю, тебе стоит поговорить с сестрой, ладно, я, пожалуй, буду комментировать. Д3, есть от Армана, полез мидом, пытался прыгнуть, стонкоут не получается, есть подсекан. Ну, я залез туда хорошо, мидом, хорош, знаешь. Арман, да, хорош, очень хорошая игра, подсекан. Парки не побежит Арман. В реверсал дает. Это, кстати, контратака была, да? Да, но все равно побеждает Арман. У нас там шансов очень мало. Было. Есть пистолет от Армана. Снова в реверсал дает спарки, жирает. Есть этап на труп, хорошо. Пошла ракета, размен, но выгоднее для он для Сумкоуда, потому что есть твой флит, ракетка. Гранатка. Что йод? Зачем топ-3 на фул скрине? Зачем? Мисс инпут, видимо. Есть мид. Есть пока захват, хорошо, спарки пошли, жрет третью спарку Арман, получает снова фуллскрин. Но это невыгодно, нужно сближаться с Стоункоуду. Есть, да, 1-4 заходит, четверка. Хорошо. Кстати, что интересно, да. Стоункоуд не поменял вариацию, то есть он рассчитывает именно зонинги переиграть. Перезонить, да. Но он мало играет, как сказал Козырь, мало играет на третьей вариации, поэтому... Хороший бросок, это да, раунд. Да, есть раунд. Ему просто комфортнее играть, видимо, на спарках, ему не важно против кого. Да, Козырь подсоединился, так что я вас скоро покину. Хорошо. Да, я вроде как здесь. Че, у нас какой у нас счет? Ну, 1-1 нас... по раундам, счет 6-5, да. 6. А он еще не видит, ты еще не видишь, да, экран получается? Я вижу хапа-бар, это довольно вразительно. Да. Хорошо. Есть парки от Стоункоуда, идут на сближение игроки, не наказывают Арман, да, тройка, просто тройка из парки залетают. Арман... Ну, это сильно тяжело наказывать. Да, F2 зашло, нет, не зашло, есть мид от Армана, это будет рестен, да? Пошел мидом. 1-4 жрет, шимится Арман у нас. Есть фул комбинация, хорошо на фул скрине. Труп есть в размен. По Стоункоуду лайфлит, но он может его очень быстро кризить, то, что зажрет пистолет какой-нибудь или ракетку. Снова ракетка. Хорошо, есть труп. Блин, равная ситуация по лайфлиту. Нет, теперь Стоункоуд просто ему нужно сближаться, иначе он просто нажрет пуль. Нет, есть граната. Хорошо, еще граната. Не получается сблизиться у него, да, и плоет просто и пистолет. Все, это смерть. Просто... Ну, знаете, этот Арн Кратос, в общем-то, не так плох, как мы думали. Да, ну, что-то для может. Начала он играет неплохо, да, в целом. Хорошо. Так, я возьму немножко перерыва. Можешь покомментить, Козырь? Я попробую. Давай, я тебе ворвусь. Хорошо, давай только не с ноги. А то у меня что-нибудь снова вылетит. Да, без Ксяна никуда. Ладно, 7-5. Ну, я думаю, то, что Арман играет за нопсайб, это пойдет ему в плюс. Ой, не смог сейчас Арман запобашить. И, коленочка. Нет, ПБ. Опять остается на чернокнижнике Stone Cold. Есть захват. А, это была смена вариации, да. Захват. Ну, и... рассчитывали, ПБ. По крайней мере, скажем так, предсказывали то, что будет все-таки Soul Eater от Stone Cold. О, отличный конферм. Прям сбил и сразу с парочки пошли. Либо это супер реакция, либо супер рит. В любом случае, оба круто. И зонинг. Тут у нас битва зонеров. Сейв, да. Робокоп не может наказать парочки. Ой, отличный интеррапт. Опять отлично, просто читает, когда Арман пойдет в атаку и просто начинает его бить. Ну вот ты сказал, есть все-таки вариант, когда Робокоп может наказать спарки. Когда видел, Арман запобэшил вторую спарку, тем временем Stone Cold забирает раунд. Арман запобэшил вторую спарку, Stone Cold сделал усиление, оно вифнуло. Ну усиление, да. Если усиление, конечно, да. Но... В углу Арман сейчас. Отличный захват из угла. Разводит, не угадал. Заряжает КБ. А-а-а! Это невероятная штука была сейчас. Хитбокс от НРС. Пролетел Шансунг. Ой, нет паниша. Нет паниша. А-а-а! Три черепа! Шурик, Ронзи, Арис. Три черепа летят. Теперь сыграли против Армана, получается. Да. Его же оружием. А, просто с парочкой. А вот и захват КБ. Да, конечно. Ну, пока еще равная ситуация. Сейчас один фаталблоу завершит, нет конферма. Чистый блок съел, мало урона. А, пистолетик. До 4 очень длинный урон копа. Ух.
ракетки. Съедает гранату, еще. Мажет вторая спарка, нет наказания. Забивают арма на воздухе. Нет, конферма. Ой, и снова отличная тир. Еще спарки. И еще. И спарки, и спарки. И пистолет, и выстрелы, и спарки, и трупы, и битва зонеров, и отличный конферм в углу. Сразу видно увлекательный матч. Один спарки кидает, другой стреляет. Да. Ну, временно переходит в ближний бой, и D4 спарки немного скрашивают обстановку. Но терминия арма. Когда не просто спарки, а D4 спарки. Отличный. Но не. Конферма не было, конферма. Ой, отлично. Нет конферма. Но это был хороший паниш. Паниш? Блок, а вот и паниш подъехал. Вот и паниш, да. Но это в упор, в углу. То есть на самом деле, как правило, Робокоп не может. Ой, отлично, Каринка. Нет, надо было ФБ сжигать. Ну, захват, отлично. Станкол терпит. Да, опасная ситуация. ФБ! Кратос Блоу, до свидания. Так, парни, я ворвался на самом топ моменте. Да, у нас тут Кратос Блоу, а Кратос Блоу. Да, то самое, убил его своим же оружием. Ну так это что ты? Ну ты же играешь как бы против Шансунга. Вот так. Получает Stone Cold соточку только что. Соточку? Да, он получает соточку. Я сказал, если он зафаталит Армана, он получает соточку. А-а-а, соточка? Ну я думаю... Сняли с Робокопа единственное, что у него оставалось от человека. Да. Я, кстати, не видел эту фаталку на Робокопе, но, блин, прикольно. Ну она все такая же отстойная. Ну блин, ну... Давай вот сейчас не будем, хорошо, вот это о вкусах там. Мне нравится фаталка, прикольная же, ну. Посмотри. Нет, ну когда растягивает. Два черепа, это тебя о чем-то говорит, по-моему. Ну блин, ну не знаю я. Комментатор очередной. Я извиняюсь. А, я извиняюсь. Ой. Неважно, есть спарки со старта, хорошо, на фулскрин F4 заходит, просто кислота, ролл из кислоты, его в кислоту опять откидывает, есть ружье, просто достает свой арман огромный, начинает стрелять. Или делать вид, что начинает стрелять. Да, стоечка. Стоечка. Ну, кстати, это матчап, на самом деле, в сторону Ренблэка, я хочу сказать. Ну, трупы. Трупы стрелять не получится. Ну да, но он спарки зато отстреливает, тем не менее. То есть, как бы... Ружье. Ой, спарочки ловят. Да, есть спарки, да, жрет, есть труп, хорошо. Снова труп. Да, снова труп. А, хорошо, не продолжает, иначе панишь. Кислота есть. Отстрелил спарки снова. Есть ружье, просто... Ой, отлежал. Боже, вот солдат. Такой, конечно, он. Хорошо. Слайд нейтрали. Да, реакция Stone Cold. Есть труп. Хорошо, спарки. Третья спарка дэшит. Нет, панишер. Ну, это не получится. Панишер такой. С F4. Да, да, с F4 еще. Ну, есть спарки, да, вив панишер. Просто спарка. Пошел. Ой, хорош. Да, полез в отмену. Да, полез в отмену. Хорош Stone Cold. По идее, Эрен может это вот F2-1-4 панишить с помощью D1, но он этого не делает. Но получается не знает? Нет, он знает, просто, наверное, это не так рационально. То есть можно это делать, а можно не делать это. Ну, обычно же Арман не играет за персонажа 6-фреймовыми D1, поэтому, наверное, он просто не взял это себе в привычку. Возможно, да. Отличный захват. Выкидывает он его, да, просто в другую сторону и забирает Страус Stone Cold. Хорош Stone Cold. На самом деле, вот это уже показатель какой-то. Да, это хорошо. Это круто. Да, круто. F4. Хорошо, ПБшит на прыжку, но нет, АП2. Хорошо, есть мид. Ой, эпиградат! Нет, да, снова кидает его, да, обратно, не рвет арман захвата. Ну и хорошего панча, к сожалению, нет. Ой, трупы. Топ черепы, что там дальше? F4. Дефайт это все Stone Cold. Отличная реакция для F2, Арман, он ждал. Да, есть захват. Кислота, спарки в реверсал, хорош Stone Cold, просто какую-то гениальную игру показывает. F4 снова доджит это все Stone Cold. Хорошо перепокиваются. Пошло вот этот триперхлоп. Панит, да, хорош Stone Cold, просто гений игры, я не знаю. Хорошо откидывает его на фуллскрин, пошли трупы. F4 кидает, да, кислота. Да, стоечка. Хорошо. Полскрин. Да, за реакцию труп, да, он ждал это и просто нажимает ФБ. Но остается сундуком на ХП на самом деле. Да, 30% это много, но не смертельно. Да, ой, да, 34, да. Какой урон да. На самом деле. Но на самом деле, стойка. Ну очень близкая игра на самом деле, очень хорошо все показывал. Это было близко. Да, им нужно адаптироваться немножко чуть-чуть, видимо. Хотя, судя по всему, он хорошо играет с Ренблэком, посмотри, он прям...
панишит три прихлопа, этот, ну... А, еще мне очень впечатляет, как он реактит слайд. То есть он прям на реакцию именно его заблокировал. Ну... Я так не умею, то есть у меня такой реакции нет, но Stone Cold прям все реактит, все делает. Да, то там был фуллскрин на станции, но в упор Армен будет себя куда комфортнее чувствовать, он будет прессить. Вот, вот видите, началось. 4-4. Да. Ну, да, похки, конечно, у... Да, ружье отжирает у нас. Ролл в кислоту, успевает это запанишить. Армор брейк. Хорошо, да, больная комба. Отлично. Stone Cold просто дает все время фонарь, и все его жрут. То есть, ну, это гарантия. Либо ты кампишь, либо ты армор брейкаешь, неважно. Это все равно будет больно, и ты на том случае. То есть... Да. Это... Прям... Ой, жирает. F3 жирает, да, хорошо пошли. Арман сконфермил, то есть он достал оружие в любом случае, но если бы на блоке, то он бы не сконфермил в этот удар. А да. Так он... Это отличный хип-конферм, на самом деле, я впервые вижу. Ой, размер, не смог. Ой, да, да, это, по-моему, смерть. А, нет, смерть, не хватает чуть-чуть. Нет, не хватает. Слайд не зашел. А, он успел реакцию. Он увидел, пока в воздухе летел, что слайд не вылетит просто. Ну, это очень круто, я так не умею. Просто увидел, он прям, да, он прям собран. Хорошо, три прихлопа пошли, ружье перебивает, ружье Stone Cold, хорошо. Реакцию ли это, ну, отличный палец. Да, не, на пятый на реакцию, конечно, просто залез, типа, он. F4, есть ПБ. Ой, сколько ПБшек, да. ПБшка на ПБшке. Да, да, что-то не поняли, видимо, игрока. Да, B2-2. Да. И еще на B2-2. Кислоте еще там, ой, не конфермит. Не зашли на Stone Cold. И... Ой-ой-ой! Захватик рвет Роман. Да, Роман хорошо рвет захват, на самом деле, мы уже это обсуждали. Да, Роман умеет. Ну, он не всегда угадывает. Ой, ну и всегда, я был не прав. Всегда он их угадывает. Хорошо, есть просто динамит. Хорошо, влетает с ноги, просто Stone Cold дает тут просто фонарь, и начинается комбат, 262, хорошо, есть ситуация. Вот угол просто влетает, да. Он поверил, что войдет нога, но... Ну, ворвался с ноги, конечно, Stone Cold, но этого немного не хватило. Не вошла. Арман затерпел в достаточной мере. И слава. Кислота, хорошо. Онлайн техни пошли. Ружье не влезает на Stone Cold. Хорошо, он ходит на кислоту. Просто снап. Это вообще законно? А почему нет? Б2 это очень хороший мид. Там он, понимаешь, он, ну, типа, вне преимущества нажал вот этот и все. И ему все равно. Три прихлопа, и ты победил. F4 наказывает просто между тагерами. Хорошо. Не стоит. Стоечку. Stone Cold. Он не знал, что он это будет. Нет, понимаешь, что есть стойка, кислота в углу, надо выходить, а как ты выйдешь против ружья-то, господи, с огнестрелом, это шутки плохи. Да, пуль нету, отлично, он увидел пули, он считал количество пуль, да. Это смерть. Да, это смерть. Блин, матчпоинт для Армана у нас. Ну, матч уж, да, 9-7. Подожди, 7, да. 9-7. Ну, с другой стороны, у Stone Cold, я думаю, еще есть шанс. Он еще бои не выглядят безнадежными. Я думаю, Stone Cold нам еще может показать. Кстати, мы разговариваем с невидимым игроком очередной раз. Хорошо, пошла у нас игра. Стагер Stone Cold. Сразу туда мид, не жирает он его, хотя я бы сожрал наверняка. Есть стагер просто в нейтрале. Ой. С F3 влетает, он не конфермит. Там дыра. Захватик. А, 4 лампы. Одна не успевает. Да. Не привык карман. Да. Ой, отлично ловит. Да. Не привык карман к тому, что этот надо мидом бить, и пока он тратит кадры на реакцию, уже его ловит лампа. Да, есть короче, моментальные дэши просто Тармана, и на фуллскрин его откидывают захватиком. Нет, это апается же, да, F4 не ловит у нас Stone Cold, в углу оказывается. И это, к слову, к тому, хорошо. Что на самом деле у... Анкратосом, у Эрона Блэки на Анкратосе довольно медленные дэши. То есть он летает по карте, даже несмотря на то, что у его персонажа дэши не слишком хороший. Да, не, он то хорошо есть... играет, как бы. Ну, он новичок, да. Конечно, но играет хорошо, мы уже оценили. Да, мы оценили. Я чекнул просто джебом и пошел в захвате, хорошо. Ну, это не джеб, это двойка, но... Ай! Да, это что, вип был? Слишком много хит-адвентажа. Да, так хит-адвентаж был, хорошо. Двойка, у Армана ожидал, что она будет блок, но на самом деле в хит она там по 20, плюс 20, плюс 30, и в итоге захват вифнул. Это стоило Арману дорого. Да. Я думаю, он уже решил, что с этим заканчивать, да. Но... Там Cold реакция, на самом деле, в очередной раз. То есть, как бы, он сразу набрал. Просто ловит его шикарные плоки. Ой, нет, не конфликт. Не-не-не, есть. Сразу нажимает брейкэвэй. У нас Арман получает захват. В этот раз не рвет. На фуллскрин откидывает.
Пошла лампа, да, лампа, да, лампа. Даже уже не пытается его наказывать, потому что гиблое дело. Ой, заходит. Пытается чекнуть окой. Захватик от Армана. Угла. Да. Мне кажется, ему сейчас нужно тушить захватами. Мне кажется, он так и будет делать. Да. Нет, просто лезет мидон, но перебивает это Stone Cold. Снова пытался залезть в лампу. Да, да, да. Там 7 фреймов. И в итоге получается трейд. Но тот, кто... Коллектору в пользу, короче. Там единственное, что можно сделать, это чистый блок. То есть я чуть-чуть лабил, и чистый блок дает там unsafe минус 14, то есть, в принципе, можно наказывать. Так, нет, там, по-моему... Ой-ой-ой, да, это просто панишь на микродак. Хорошо, нет. Есть стакер, сразу лампой. Будет лампа, лампа, и надо надавать, хорошо, да, это забирает сумку, хорош. 9-7. 34% от блока было. Хорош. Это же 34%, которые нельзя брейкнуть. Угу. Это больно. А прикиньте, если бы это была полная комба. То есть там, ну вот, серьезно, 40% эти работают. Угу. Блин, хорошо, Stone Cold выглядит. Я не знаю, я надеюсь, что он дойдет до 9, и мы увидим просто матчпоинт для обоих игроков, будет просто заруба нереальная. Ну, на это никогда не поздно надеяться. Телепорт, он есть телепорт, как бы. Угу, да. Хорошо, зашло на стрелиться, и всех будет прессить ему. Активно, да, он ловит эту сразу пушка. Да, переблокиваются, пытался наказать, нейтрали, не получилось. Ой, он пытался что-то туда нажать, ПБш, не знаю. Ой, хорошо, есть захват, да, есть захват после трейда. Ой, витпанишь просто телепортом. Хорошо, есть здесь 60. Ой, залезает этот стагер на этот раз, да, он залезает. F4 не боится с танком. Да, но он его один раз уже отожрал КБ просто, что ему, как бы, да, можно лезть. Не жалко, КБ уже потрачено. Да, можно лезть, в принципе. Ой, отмена телепорта какая, просто скорпион. Да. Вот я говорю, просто, ну, в принципе, какая разница, да. Как телепортироваться? Да. Я, кстати, не видел, на самом деле, этот Армана Скорпиона, хоть раз. Ой, джебы пошли. Ой, куда да нажимал что-то, да, это смерть. Отменяется? Я не знал, что это отменяется. Это отменяется, то есть, да. Рестенд, это получается рестенд, да? Который отменяется в ПБ. Получается эстир персонаж? Ну, это интересно, я не знал. Я впервые вижу, я думал, это просто будет удар кадилом по грудаку. Да, ну РФТ, как всегда, собственно, профессиональные комментаторы. Да. Собственно, ничего не знают. Цепь на фулскрине не ловит ее Stone Cold, хотя, ну... Unblockable. Хорошо, переблокиваются. Телепорт! Блин, планишь, да, он думал, что будет апать, видимо. Хорошо, минус 7 есть. Да, просто пока и захват. Хорошо, чекнул. Подкидываю угол. Хорошо. Отмена телепорт дэдди. Ну, в принципе, все правильно. Да, на этом меде коллектора. Нет, планишь, но захват заходит. Захват заходит, да. Хорошо. В углу у нас Stone Cold. Переплакиваются снова. Снова захват. Да, захват просто жрет. Я думаю, что он сейчас D1 ловит, то есть D1 и получается escape fail. И КБ. Mm-hmm. Просто захват. Кстати, в этой ситуации я на самом деле не стал тратить КБ. Но он его думает, видимо, как-то через чип там добить его потом. Лап. Ну просто по 3. Ну просто по 3, да, заходит. Маша спрашивает, за кого болеть. Ну вот, да, это дилемма. Да, болеть за РФТ. Ой, хорошая, F2, да, сразу брейковые от Армана. F2 красиво, да, и снова просто, захват. Блядь, снова захват. Снова захват. Извиняюсь, мне тут какие-то голоса в голове непонятные. Есть захват от Армана, хорошо, снова захват и захват. Он пытается его просто начать шимить, видимо. Ой, это считает захват, D2 ловит. Челюсть просто. Нет. Что? Нет, он... Не законфермил. Да, не законфермил. Такой урон. Ой-ой-ой. Да, ой, но это стоит игры ему, скорее всего, нет. Брейс брейковей. Захват не рвет, думал, что будет назад, да, захват просто его вперед кидает. Ну, ни разу не кинул назад. То есть говоря, будет... Ой, это отходит, хорошо, не дает захват, просто отходит. И захват. Чекает пока, и захват, да. И все. Да. Два хп, нет. Просто с ноги, да. Лойд, будет, видимо, бруталити от Армана, да? Ну нет, зачем, просто кабашечка. Просто да. Будет ли мерси? Нет, Арман настроен забрать косарик, этот просто не дает ему шансов даже. Хорошо, поздравляем Армана соточкой. Да, Арман. Соточка. Соточкой, нет, Stone Cold, поздравляем соточкой, Армана с косариком. Собственно, Stone Cold, ну, да. тоже с лавой ушел отсюда. Я даже поставлю Арману за это 10 поинтов. Хорошо.